С вами канал Science Daily, и это новости науки и космоса. Инженеры из Северо-Западного университета в пригороде Чикаго разработали самого маленького в истории дистанционно управляемого шагающего робота. И он выполнен в виде крошечного краба. Крошечные крабы-роботы шириной всего 0,5 мм могут сгибаться, скручиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. Исследователи также разработали роботов шириной в миллиметр, напоминающих червей и жуков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Robotics. Ученые уверяют, что их роботы могут перемещаться со скоростью половины длины тела в секунду и совершать различные контролируемые движения. При этом для движения краба-робота не требуется электричество, поскольку для его создания ученые использовали сплав с памятью формы, который при нагревании трансформируется в запомненную форму. Для быстрого нагрева робота в различных целевых точках применялся сканирующий лазерный луч. После охлаждения робот возвращал нагретую ранее часть своей структуры к ее деформированной форме. Таким образом, переход из одной фазы в другую, от деформированной к запомненной форме и обратно, способствовал передвижению микроробота. При этом с помощью лазера можно не только заставить такого робота перемещаться, но и определить направление его перемещения. Несмотря на то, что на данный момент разработка находится на стадии научных исследований, ученые уверены, что их технология в будущем может использоваться для создания микророботов, для ремонта и сборки небольших конструкций или для проведения хирургических операций, например, для остановки внутреннего кровотечения или для удаления раковых опухолей, и все это в рамках минимально инвазивных процедур. Оставайтесь на канале Science Daily вместе с самыми интересными научно-космическими новостями.